До конца следующего года в Севастополь поступят 5 новых пассажирских катеров. На портале госзакупок появилась информация о соответствующем тендере. Напомним, правительство города одобрило распоряжение о заключении долгосрочного государственного контракта между предприятием «Севэлектроавтотранс» имени Круподерова и государственной транспортной лизинговой компанией на приобретение морских пассажирских катеров по программе некоммерческого лизинга 10 июня. По данным портала госзакупок, сумма контракта составляет 2 миллиарда 310 миллионов рублей. Это более 460 миллионов рублей за каждое судно. Средства выделят из городского бюджета. Кто будет заниматься строительством катеров, определит государственная транспортная лизинговая компания по итогам конкурса среди российских судостроителей. Как сообщает пресс-служба городского правительства, суда построят эксклюзивно для Севастополя. Они пополнят уже существующий состав и смогут в случае необходимости заменить неисправные катера. По словам директора департамента транспорта правительства Севастополя Игоря Титова, новые суда станут более современной версией тех, что ходят сейчас, и даже будут похожи на них внешне.